Я бизнесмен. Гоняюсь за деньгами. Но дела пошли не очень. Они забрали у меня все. Я могу предложить тебе работу. Какую? Патронатный воспитатель. Я что, похож на идиота? Меня зовут дядя Илья. Я их из детдома взял. Ничего себе. Я думала, таких уже не бывает. Это ж как, детей-то любить надо. И теперь я сомневаюсь, а затем ли я гонялся всю свою жизнь? Семейный бизнес. Скоро на СТС.